я так столкновения не видела, но говорили, что Mitsubishi Lancer подрезал, а водитель подрезал вот машину Kia, и сразу же Lancer уехал, а водитель остановился, и там еще машина, сразу молодой человек остановился, ну, там лежал телефон, но телефон украли, остались только карточки, визитные карточки тоже украли. То есть сразу карточки вставляли в телефоны, искали номер жены, поехали за женой, друг. Один человек-таксист остановился и сказал, они возле Московского моста, там такое вытворяли что-то. Один таксист остановился, не знаю, что сказал. Именно эти две машины, да? Он говорит, там возле Московского, я не буду говорить. Ну да. Точно, я же не ехал с Московского моста. Он мне остановился и сказал, что вот они там такое, на Московском мосту что такое вытворял.